Мы идем на Луну, чтобы вдохновить следующее поколение, чтобы улучшить наше понимание Вселенной, чтобы принести пользу всем здесь и сейчас. Мы будем сотрудничать с партнерами, считающими свою роль ничем иным, как продвижением общего дела человечества. Сегодня мы предпринимаем новый шаг в программе Артемида в сторону нашей цели Луна-2024 в первом своем роде партнерстве. MaxR Technologies готовится запустить и продемонстрировать основной блок станции Gateway, силовой и двигательный элемент. Мы верим в необходимость ускорения наших исследований в развитии технологий пилотируемых миссий. Gateway будет нашей лунной орбитальной станцией и критическим узлом для поддержки долгосрочного присутствия на Луне. Как научная технологическая база, как перевалочный узел, Gateway позволит нам достичь прежде недостижимых районов Луны. Станция будет строиться в два этапа. На первом этапе это будет минималистическая конструкция, которая сделает возможной высадку уже к 2024 году. Во второй фазе к ней будут подключены модули, расширяющие возможности долгосрочного проживания и проведения научных исследований уже к 2028 году. Тем самым открывается возможность долгосрочных миссий к Луне. Первоначальный элемент станции и цель этого партнерства – это силовой двигательный элемент, или СДЭ. Этот элемент будет источником питания, двигательной установкой и коммуникационным узлом, и он станет основой, к которой будут подключаться другие модули. Уникальная природа этого сотрудничества позволит нам ускорить наше возвращение на Луну. Мы готовы запустить СДЭ к 2022 году. Изначально СДЭ будет работать на лунной орбите под управлением нашего коммерческого партнера, и НАСА примет этот аппарат после успешной демонстрации. Системы, разработанные здесь, удешевят будущие исследования Луны и сделают возможным длительное пребывание на лунной поверхности. Также мы убедимся в возможностях будущих миссий к Марсу. Одной из задач целенаправленной разработки является технология двигателя СДЭ, ионный ускоритель с солнечным питанием. Этот тип двигателя был изобретен в 60-х годах и с тех пор доказал свою великолепную эффективность и надежность, на его счету сотни тысяч часов успешных космических полетов. Ионные двигатели отличаются возможностью точной работы в силу их небольшой тяги, а также возможностью непрерывной работы буквально годами. Также они позволяют остановить и вновь разогнать аппарат, чтобы посетить множество целей. Это сотрудничество призвано продемонстрировать новую электроракетную двигательную установку на основе эффекта Холла. СДЭ будет в разы мощнее сегодняшних электрических ракетных систем. Наше возвращение на Луну идет полным ходом. MaxR Technologies сейчас работает над тем, чтобы реализовать их проект СДЭ, запустить его на окололунную орбиту и продемонстрировать его возможности НАСА. Их успех положит начало нашему долгосрочному возвращению на Луну. Мы с гордостью приветствуем их в нашей миссии. Мы движемся к цели вместе. Чтобы узнать больше о программе Артемида и о наших планах высадить на Луну следующих людей уже в 2024 году, посетите наш тематический ресурс.